Так, всем привет, с вами Сергей Чураков. И сейчас я буду показывать про обновление, то есть как сделать обновление вот этого мессенджера под названием YouChat от корпорации Access. Он у меня уже установлен. Так, и говорит при включении доступна новая версия. Новая версия доступна. В общем, она Google Play. Скачать. Либо выйти. Я нажимаю скачать. То есть, когда такое сообщение выскочило, скачиваем, потому что работать не будет. И нажимаем обновить. Последнее обновление было как раз 20 ноября. Сейчас у нас 10 декабря, сейчас, наверное, еще перед Новым годом будет обновление. YouChat работает как на смартфоне, так и на компьютере. Производитель этого мессенджера – компания Access Marketing. Видеосвязь здесь работает идеально. Уже видеообзоры делал, смотрите на канале. Ссылка под этим видео будет на видеообзор, как работает видеосвязь. Так. YouChat. Сейчас установится и запущен. И посмотрим, что тут нового. Здесь подробно, что нового. В этой версии вы имеете обновление. Мы имеем обновление вызова рингтона, то есть звуки. Также мы в общем, зафиксировали UI. То есть UI of calling stations button. В общем, обновление сделали, ладно. Так, открыть. Делаю все в походных условиях. Так, значит, вот эта кнопочка. Тут переписка. Здесь история звонков, видео звонки. Здесь посмотрим, есть поддержка, можно поддержку сразу написать. Так, плюсик, это если нажимаем, значит будет поиск, QR, это сканировать QR-код, то есть можно по QR-коду пригласить человека. Дальше поиск, вверху поиск человека, так, контакты, звонок. Здесь уже подключаются мобильные контакты. О, уже прикольно. Раньше не было мобильных контактов. Так, дальше. Здесь пригласить друзей в YouChat, то есть через SMS, либо по e-mail, допустим, через SMS. Найди меня на YouChat, скачай это здесь. И как раз реферальная ссылочка. Супер. Человек проходит по этой реферальной ссылочке и регистрируется под вас. Классно сделали. Так, по e-mail. Ну, то же самое будет. То есть, от кого, кому, YouChat приглашение. И текст с реферальной ссылкой. Да, продумали. Возвращаемся назад. Так, YouChat. Дальше здесь личные данные, последняя кнопочка.
реферальная ссылка. Есть копия, реферальная ссылка. Вот. Дальше телефон, почта. А, здесь уже добавили Access сервисы, мои стикеры. Так, Shop Pro — это интернет-магазин, Access сервисы. Так, поделиться данными. Версия уже 4.1. Вот, 4.1.2. 11.2. Так, запросы. Что за запросы? Удаленно все, бах на почту. А, это когда я, допустим, переписываюсь с поддержкой. Запросы. Так, мои стикеры. Значит, есть стикеры. Тут магазин стикеров. Их можно скачать, установить. Так, дальше что еще есть? Access сервисы. Access сервис. Обратите внимание, сколько здесь всяких сервисов. Access Mail — электронная почта. Access — это переход на сайт. Apple — это платежная система. AppMart Pro — это мобильное приложение. Crypto Miner — криптовалюта. Discover. Сколько всего много. iRewards. Так, Discover — это рекламная площадка. Так, дальше. Access Esports — это киберспортивные игры. iRewards Shops — iRewards магазин. Webcast Pro — это конференц-комната. eBay — это своя криптовалюта. Вот. Классно. Ну, допустим, Access Mail. И открывается уже вход в почту. Так, дальше. Files. I look, you don't have any files. Что-то новое, но пока я не знаю. Далее. Ну, в принципе, что здесь еще можно? Сделать групповой чат. Участники, то есть 25 участников может быть в группе. Ну ладно, пока 25 участников. Хорошо. В дальнейшем будет, конечно, больше. И появилась также еще мобильная версия. Допустим. Не мобильная версия, а версия для компьютера. Давайте попробуем включить. Если у меня подтянет этот дохленький компьютер. Так. Чат. В общем, я не буду мучить компьютер, он нифига не работает. Все висит, поэтому оставлю как есть. То есть, смотрите, обзор я сделал. Вот. Ставьте, изучайте, добавляйтесь. Все очень просто. Все, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, заходите в наши группы в WhatsApp. Ну, не в WhatsApp, а в этом, в ВКонтакте, в Фейсбуке есть группы. Ссылку на эти группы скину под этим видео. С вами был Сергей Чураков. Всем пока. До скорых встреч.